Всем привет, друзья! Всем привет! Привет. Доброго привет. Пожаловать турецкий папаши канала. Турецкий папаши канала. Друзья, сегодня мы где? Где мы? Адана. Аданалих. Абе. Мы сегодня приехали этот Шырданджище Бедо. Мы будем сейчас кушать этот Шырдан. Ютуб. Мы будем сейчас кушать этот... Мы не знаем, типа там и турист. Шырдан, здесь они этот... делают шырдан, кацыр или что там, это несколько еще будут. Они делать, я вас покажу. Давайте. А, этот, я буду шырдан кушать и готовить. Да? Хорошо. Посмотрите. Друзья, как вы видели это, я сейчас хочу кыркат, ну я хотел кыркат, обычно это я очень люблю, а нету, сейчас это мы будем кушать шырдан. И я хочу еще, по-моему, мумбар. И посмотрим, сейчас это еще есть что? Кокорач? Кокорач? Нет, я уже не могу покушать. Нет? Нет. Ладно, посмотрим внутри. Давайте сами. Здесь, друзья, мумбар, короче, вот так все они перенесет нас. И здесь тоже это суп. Я очень люблю, кстати, вот этот суп. Я буду, смотрите. Вот, я очень люблю, они сейчас принесет. Я сказал это в половине. Ну, нашим женам вообще не кушают, они не кушают. Ну ладно, давай, я заказал это суп и мумба. Ой, шырдан. А ты что сказал? Ты же заказал? Ну, я так сказал почти, сейчас они его еще разберет. Давай сидим все сначала. Внутри или на улице? Нет, внутри мне холодно. Холодно? Я еще болею, блин. Вот видишь, у меня стоит это. Ладно, давай, сидим здесь, где-то. Давай сюда сидим. Давай. Давай, пока. Ну, здесь все равно тоже холодно. Как ты думаешь, он вообще уставший? Он этот рулил, этот Анталия. Сколько часов мы катались? Ну, я не знаю, я могу еще это поехать минимум 2-3 часа. Ну, это ты, это вообще, ты, этот, как это? Перемещал? Перепутал? Ты перепутал дорогу, это ты ездил это дольше, больше от меня. Все из-за поэтому... тебя, из-за тебя все. Да, конечно. Друзья, знаете, он что мне сказал? Да, конечно. Подожди. Нет, подожди. Не слышите, пожалуйста, потому что он всегда вот так вот делает. Рассказывай. Подожди, ты очень хитрой, я как всегда, подожди. Ребята, знаете, он что мне сказал? Мы когда уже ездили из Анталии, я ему сказал, Угур, я дорогу не очень знаю. Первый раз эту дорогу я использую. Поэтому давай вместе. Или подожди меня, вместе поедем. Но он мне сказал, что нет. Потом, короче, мы 3 часа. Я 3 часа ехал, уже я ездил. Потом он вдруг мне звонил, сказал, Максим, поверни направо. Просто право. Просто поверни направо. Угур, говорю, ты где? Откуда сейчас мне так говоришь? Он говорит, я не знаю, я где. Ну тогда мне от какой дороги надо поворачивать? Вообще он ненормальный человек, серьезно. Я был в шоке такой. Ну, кстати, друзья, я уже, у меня второй или третий раз, это я, эта дорога я ездил. Я знаю, какую дорогу можно поехать. А я ему тоже сказал, это вот так, дорога надо вот поехать. Так, вот так, вот так, вот. Меня вот так, вот так. Это я сказал так. Ему вот так вообще. Пиши, этот, напиши этот Яндекс навигация, там это показывает тебя. А где мы останавливали, мы сколько вообще мы останавливали, это я не помню. Это больше 4 часа мы тоже останавливали, а это они вообще, подожди, зараза, сейчас. Поэтому они не успели нас. Ну еще ладно. Скажи, что мы вместе не поехали. Ну он, сколько ты, во сколько ты? 4 часа. Не, 4:30, по-моему, я поехал. Ну, 5:30 и мы ехали. Вот тебя. Тот. Гетере, гетере, бухадар, кучук не гетере, я. Абы, генели были, а не семьянам хайлят. Гетере, гетере, кучук не гетере, я. Мессер, там сходил, я вам не так гетерю. Более замонил. Масса, пацаны. Блин, как это можно есть? Orada gözümün önünde bir sürü vardı ya. Он говорит,
говорит, что это маленькая. Я да, говорю, обычно они очень большие принесут, как тарелка. Масун, ты знаешь, как это покушать? Нет. Вот нет? Сейчас я... Это они принесут ко мне, это я тебе покажу. Блин, ложь, конечно, ложь. Это вообще ложь. Не так покушать. Я очень голодный. Масун. Я только завтракал. Но... Дай это. Веревки дай. Он вообще не знает, как это кушать можно. Я это люблю. Мумбар. Я хотел сначала этот суп. Смотрите. Смотрите, друзья, это ширдан называется. Это суп, как я вам показал сначала. Это мумбар. Еще есть крикат. Крикат. А крикат сейчас это здесь нету, закончилось. Поэтому этот. Что это похоже? Масу, держи, пожалуйста. Блин, что такое? Что это такое? Я стесняюсь. Бери, бери. А вот у тебя тут есть. Ну ладно. Здесь это, как вам сказал, ширдан, суп, мумбар. Здесь это они без вот это переправа, это невкусно, точно это. Я это сейчас буду добавить, и они принесут здесь у нас этот соленый этот огурчик, или как это сказать, огурчик, морковка. Ну, сейчас мы будем кушать. Нам приятного аппетита, вам приятного просмотра. И после этой еды вам скажу, это как вкусно, нет. Посмотрим, да? Здесь... Я очень голодный, я просто тебя не слышу сейчас. Но здесь это магазине имя Шуданджи Бедо. Вот здесь написано. Вообще это вот везде написано. Бедо. Шуданджи Бедо. Ну посмотрим, здесь вкусно или нет. Да, Угор, что как вкусно или нет? Это вообще я обожаю вот это. Здесь это мясо есть. Ну, кстати, Танин канал тоже мы показали. Это келе пача называется. Ну и здесь мясо вообще они добавляют так полностью вообще. Потом сейчас это, в Диарбакре да. Вкуснее кушаешь. Да? Да, точно. Обещаешь? Я вот, обещаю, конечно. Я тебе раньше что сказал, Угор? Я тебе что сказал? Я тебе сказал. Ну, тебе это так, брат, ты тоже сейчас сказал, да? Будешь кушать в Диарбакре самая вкусная еда. Пача будешь пить самый вкусный, чекёфте будешь есть самый вкусный. Вот это келя пача будешь самый вкусный. Да? Да, конечно. Ну. Вот я попробую сейчас. Я там кушал. И я здесь так тоже вот кушаю. Не, покажи, пожалуйста. Ну посмотрим это. Я надеюсь, ты так говоришь, я там тебе отвечу. Ребята, еще это мне вообще не понравилось, ширдан. Ширдан. Ширдан вообще не вкусно, вообще не попробуйте. Не попробуйте? Нет, вообще нет. А пача, да, пача я люблю. Ну, подожди. Это тебе не нравится? Да, мне не нравится. А это да. Другой человек, может быть, нравится. Ну да. Почему ты говоришь, это не попробуйте? Еще у него вид вообще очень плохо. Кстати. Типа, у него фигур не очень. Мне фигур не понравился. Кстати, это, вкус. Вы знаете это. Дальше не попробуйте. Мы это ширдан в Анталии тоже есть. Я много раз ел, ну здесь прям этот Адана сделал так, прям ровно, вот здесь они делают. Ну я сразу этот отель мы приехали, я спросил это ресепшн, где можно здесь кушать этот ширдан. Ну я знаю, ну я спросил это, потому что это я все это Адана, я не знаю, я спросил это, где можно кушать этот ширдан. Они сказали, вот здесь вот так вот, если это так много магазинов. Я говорю, какой вкусно. Они говорят, это ширдан бедо. Ширдан же бедо. Я сказал, ну ладно, я взял сразу этот Яндекс. Мы сразу приехали здесь. Ну, пока суп вкусно. Посмотрим, сейчас я ширдан буду попробовать. Что? Угор, аккуратно ешь, пожалуйста. Алло? Так, друзья, сейчас это я буду это кушать ширдан. Вот это кимён называется, вот жёлтенький, кимён это называется, это надо туда добавить много-много, и сначала это надо покушать,
Масуд. Тебе все хорошо? Это правда. Это правда очень вкусно. Смотрите, вот здесь есть веревки. Эти веревки надо вытаскивать. Здесь выдержит. И потом вот так вот берет до половины. Попробуй так. Точно? Я, да. Вот. Именно меня не попал. И мумбар. Мумбар тоже можно добавить. Да, это я очень люблю. Смотри. Например, здесь есть. Это ап. Давай я буду еще с кимьоном попробовать. Давай. Вообще очень вкусно. Как думаешь? Еще хуже. Еще хуже? Да. Да, конечно. Нет, мне... Не понравился? Нет. Ну ладно. Итак, друзья, уже мы кушали это шердан, мумбар и этот суп, как вам показали, это уже время где-то 2.30, где-то пошли. 2.40 даже. 2.40, без 23. Вот. Спасибо вам, посмотрели вы. Спасибо, вы были с нами. Масун, иди сюда, где ты? Я здесь, я. Вообще, тепло вот. Мне не спасибо видно. Всем. Спасибо. Да. Увидимся в следующем видео. Не забывайте поставьте лайк, если вы не подписчики на наш канал. Подписывайтесь, друзья. Увидимся в следующем канале, я говорю всем. Пока, всем пока. Пока-пока.